Хотела бы очень вас поблагодарить за приглашение, за ваш удивительный край, за этот невероятный центр. У нас вчера был показ в Северодвинске, и было много вопросов от детей, от подростков. Это нетипично и очень приятно. И сегодня, находясь здесь, мы поняли, почему у вас такие дети. Когда этот фильм смотрят люди, многие, особенно педагоги, они говорят, что этот фильм как прецедент для разговора с нашей молодежью. То есть он, наверное, больше для такого совместного просмотра с наставниками, для того, чтобы поговорить и ответить себе на какие-то очень важные на сегодняшний день вопросы. Что такое для тебя твоя родина? И кто ты для нее? Я считаю, что это высшая несправедливость. Я считаю, что каждый потомок, каждый ребенок, молодой или уже не молодой, должен знать, кто такой был его дед, прадед и прапрадед и так далее. И эти люди возвращают эту возможность, возвращают людям гордость за своих предков. И низкий им поклон. Давайте еще раз им поаплодируем. Всем поисковикам. С чего нужно начать на карьеру и путь начинающему кинорежиссеру? Ну, во-первых, желание, ничего не бояться. Главное — собрать вокруг себя команду единомышленников, потому что в кино, вообще в кинопроизводстве, очень важна команда. Это максимально командный труд. И не важно, сколько у вас будет человек при этом. Самое главное, чтобы вы все смотрели в одну сторону и понимали и чувствовали друг друга. И тогда все получится. Расскажите, что самое сложное было для вас в съемках этого фильма? Ну, я начну отвечать, а продолжит, наверное, все-таки продюсер, потому что ему было виднее многие вещи, касающиеся меня, может быть, со стороны. То есть определенная специфика, да, снимать фильмы в регионе. Но сложности гораздо больше, чем на той же самой киностудии в Москве, когда у тебя все под рукой, и когда уже отлажен процесс, и когда фильмы снимаются один за одним, и когда есть бюджет, когда ты можешь себе позволить что-то там, какие-то вещи приобретать. А здесь приходится именно изобретать. Но чем сложнее процесс, тем увлекательнее результат. А в кино есть такое правило серьезное. На площадке главный режиссер, и только он. Мы можем спорить до, мы можем спорить после, на площадке только он. И если бы было вот это какое-то эмоциональное болтание у режиссера, то было бы всем очень тяжело. И самое трудное для него – это вот держать это какое-то спокойствие. Большие слова благодарности за то, что вообще можно посмотреть вот эту ленту. Фильм «Размышления». Равнодушным он вряд ли кого-то оставит. За это вам огромное спасибо. Очень нечасто мы такие фильмы видим. Особенно очень нечасто видят наши дети такие фильмы. В этом фильме есть душа. Здесь каждый отдал частичку себя. Его тащили люди на энтузиазме. Не за деньги. И снимались люди не за деньги. И работали люди не за деньги. Поэтому вот лично для меня в нем есть что-то большее. Здесь есть некий собирательный образ из многих-многих историй. И вообще, конечно, вот эти уникальные истории, они во многом всплывали уже в процессе съемок. И поэтому я считаю этот фильм неким пилотом для вот этой вот серии киноисторий, которых мы сейчас хотим воплотить и снять. И следующие работы, они будут уже вот вместе с поисковиками на всех этих реальных историях, которые я узнал за последние 2 года. Я хочу сказать вам огромное спасибо за такой фильм. Огромное спасибо, потому что это содержательный фильм. Такие фильмы нужны, вы понимаете? Очень нужны. Спасибо. Он содержательный. Он очень познавательный. Понимаете, это для детей и для всех. Мы, конечно, сидели, все, кто в возрасте, сидели, плакали. Так что большое спасибо. Спасибо вам и низкий поклон. На самом деле, изначально
планировалась история про войну, а потом случилось знакомство с поисковиками? Это большая поисковая семья, и это несправедливо, что об этих людях не знают широкая общественность. Об этом должны знать все. За многие годы вот подобных фильмов не было. Вот. И сейчас, раз появляются такие фильмы, вот, это очень важно, это очень, очень показательно. Спасибо вот эту, за эту возможность вернуться к тому позитивному, тому очень важному для нас, для нашей страны делу. Спасибо. Я считаю, что такие фильмы должны идти вместо всех. Вот то, что нам показывает сегодняшнее телевидение. Чем больше даже будет таких студий, таких фильмов, тем больше мы будем вкладывать в нашу молодежь. Я понимаю, что у нас в стране очень большая нехватка детского и юношеского кинематографа. Мы на протяжении многих лет вообще утратили это направление. И каждый фильм, вот лично в моем понимании, должен нести какую-то образовательную, познавательную часть. Не только зрелище. Я сам работал в воспитательно-трудовой колонии. И что хочу сказать, что вот эти дети, осужденные подростки, да, они когда попадают туда, они начинают понимать смысл жизни. И вот такой фильм обязательно они должны увидеть. Причем, где вы не бываете, во многих, к сожалению, у нас регионах этой колонии есть, и вот там его обязательно надо показывать. Почему? Потому что там они задумываются о жизни, они хотят дальше выйти на свободу и свой уже дальнейший жизненный путь устраивать именно по-хорошему, чтобы был. И вот такой фильм может служить очень большой мотивации. Мы бы хотели попросить вас передать в Омскую область медаль за боевые заслуги вашего земляка, которая волей случая оказалась у нас здесь в Архангельске. И добрый человек ее нашел и очень просил найти родственников этого бойца. Это Бурляев Макар Филиппович, 11-го года рождения. Он призывался в Сомской области. Мы надеемся, что вот эта медаль будет такой памятной реликвией в семейном архиве этой семьи. Огромная просьба. Будьте послом мира. Вот не зря, все не зря. Господь ведет нас всех. И каким-то вот образом мы сейчас именно здесь оказались для того, чтобы выполнить определенную миссию. Спасибо вам большое. Я очень хочу вам выразить огромную благодарность за то, что вы показали действительно все как есть. Я сама поисковик. Я могу сказать с точностью, что это действительно так. И еще у нас к вам вопрос. В фильме был фрагмент, где показывали в самом начале человеческие кости. Это были настоящие останки или муляж? Я ждал этого вопроса именно от поисковиков. Спасибо вам, девочки, за вопрос. Конечно же, нет. По всем этическим соображениям мы не имели права показывать настоящие кости в кадре. Это пластиковые кости в натуральную величину, которые мы снимали, закапывали, искали и потом и показывали в кадре. Артефакты настоящие из музея. Спасибо вам огромное. Спасибо, что были здесь. Спасибо, что пришли. Спасибо, что задавали вопросы. Нам очень приятно. Я поражен, если честно, вашей землей и вашим вот тем центром, в котором мы сейчас находимся. Я ничего подобного ни в одном регионе не видел. Я очень много вот сейчас с фильмом езжу. Я горд за то, что у нас такое есть. Я понимаю теперь, почему у вас такие дети растут. Потому что это дорогого стоит. То, что вы здесь делаете, та работа, которая проводится вот в этом здании, вот она даст обязательно свои плоды. Спасибо, мы обязательно сюда вернемся. Я думаю, что со следующим фильмом мы приедем. Я передаю слово Наталье Владимировне, нашему директору. Уважаемый Максим, вся ваша команда. Ну, действительно, сегодня все было сказано. Каждый, кто здесь был, я думаю, что около 600 человек стали счастливыми людьми. Вчера в Северодвинске, сегодня здесь, в Архангельске. Каждый испытал эмоции. Это самое главное.
Мы прощаемся с замечательным городом Архангельском. Большое спасибо организаторам и публике за этот теплый прием. Мы обязательно к вам вернемся, но уже со следующим фильмом. А сейчас нас ждут новые города.